Всем здорово, ребят. Ну что, решил я сегодня, добрался, не решил. Наконец-то, спустя 5 часов, пока записывал вам еще видосы, до еженедельки. Я надеюсь, что частично сегодня ребята подписывают, кто там выиграет, получит огника, либо же оккультиста, кому он нужен, там все вместе в паке, на русском, либо на другом сервере. Это еженедельки. За прошлый месяц решил я взять видосы, начиная с прошлой обновы поэту, по 20 число, по 22, даже сегодняшние видосы захватить. Ну, я надеюсь, что сегодняшние не попадут, потому что это, в принципе, последний, что-то думал, музычка твои, сегодня мало, ну, то есть надо хотя бы минимум сутки. Условия, в принципе, все те же, у вас должна быть обязательно подписка на этот канал. Я сделаю другие еженедельки, я об этом уже говорил. У вас должна быть обязательно подписка. Это первое, открыто, чтобы я посмотрел плейлист с видосами, там репосты. У вас должны быть на страничке минимум 15. Я не буду проверять сейчас, смотреть, какие именно. Главное, чтобы у вас хотя бы было 15 их с последних, там, за последний месяц. Потому что перелистать это все, пересмотреть. Тем более я хочу разыграть сразу же, ребятушки, 5. Целых, вот так вот, целых 5 огников. Ну, то есть, и дальше у нас будут новые условия, я над ними тоже подумаю. Пока есть ежедневка, и в ней ребята некоторые выиграли уже. Смотрите, все есть на стартовой страничке в официальном видео. В общем, рассказывать не буду. Кому надо, тот посмотрит, найдет. Поехали, ищем. Сейчас я открою. Я надеюсь, мы без проблем сразу выберем 5 победителей. Сейчас надо будет только единственное посчитать видосы. Видосы, вот знаете, самое, наверное, проблемное, то, что у меня дофигище видосов на канале. Так, давайте так вот, так вот. Немножко все посдвигалось. Так, обзор обновы. Немножко притормаживает, потому что я включил VPN-ку. Так. Тык-тык-тык-тык. Возьмем вот так вот. Супер дно обнова. Равные огники даже было. Вот как раз, кстати, 16 МСК. Отлично. В общем, берем отсюда от чар. Вот так вот. Участвуют все видосы, я об этом говорил. Значит, так, начинает отсюда. Раз, два. Вот что это читаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42. Не буду я сегодняшние вот эти вот брать. До утреннего возьму. 42. Возьмем калькулятор. Думаете, ну дебил уже, не может умножить. Башка не варит, ребят. 252 видоса. Это так, чтобы быстрее было все. 252. Идем в наш рандомайзер. 1, 2, 5. А, сгенерировать. 230. Так, значит, будем считать, наверное, от последнего. 52, 51, 50, 49, 48, 47. 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Так, первый видос есть. Надеюсь, я правильно. Я вот так вот их сразу же открываю. Поехали, следующее число. Потом будем дальше разбираться. 33. 33. Идем вниз.
Раз, два, три, четыре, пять. 30, 31, 32, 33. Есть. Следующий. Ну, генерируй. 173. Блин, это надо считать дофига. Как я это люблю. Так, 173. Это надо нам, по сути, отсчитать. Если по 6, сколько там? 173. Двадцать семь линеек. Это будет. Ой. 7 на 6 162. Окей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7, 10, 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
Так, это у нас уже дальше пошло следующее число. Ладно. Ну, сори, ребят. Я не могу, честно скажу, за всеми видосами уследить. Где-то, может, я сделаю ошибку, но это для меня такой гемор, вы даже себе не представляете. Поэтому влепили лайк. 229 разделить на 6. Когда ты целый день видосы записываешь, 38. Значит, считаем 37 линеек. 37 умножить на 6. 222 будет. А, так. Это мучение просто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, одиннадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь. Это 222, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, да? Да, отлично. Гроза всех зефиров. Так, ну и поехали. Еще один. 16 минут, это нормально. Это мне нравится. Так, раз, два, 12, 13, 14, 15, 16. Волшебная кузница. Все, 5 видосов мы определили. Дальше у нас это можно вырубать. Дальше идет у нас победитель ID. Самое интересное, в принципе, самое большое, что я, честно говоря, не люблю, это определять, потому что, как обычно, так, смотрим первый видос. Ну, я комментарии все пооткрывал. Кстати, если у вас случайно блочить YouTube там, либо ваших комментариев нет, я предупреждал, пишите разные комментарии, потому что вас видит как бота, как спам. Ну а мне как-то с вами связаться надо, поэтому вариант только такой. Такс, поехали. Первый наш видосик. Меньше народа, больше кислорода. Так, сгенерируем. Павел, айдишка есть. По-моему, у нас уже когда-то был выигрывал. Так, открыть ссылку новой вкладки. Подписки. Есть даже второй канал, красавчик. Так, хорошо. Так, давайте, наверное, я буду все-таки сразу проверять. Потому что это потом будет вон вот это все искать, листать.
У него тут даже есть последние видосы сегодняшние. Так, поздравляю. Первый пошел. Ну, я даже листать не буду, потому что я знаю, что тут есть они. Ну, для вас перелистаем. Может, кто-то не верит. Так, хорошо. С первым определились. Challenge Warden. Хорошо. Следующий видос. 42 комментария. Ну, спама нету. Так, это нужно закрыть. Так, обновим. А если Зефиру поставить, как он будет себя вести с такой сборкой? Блич, поехали, посмотрим. Подписка. Есть красава. Зефира тестировал. Хреновенько с ним. Владимир Куликов. Подайка. Габарь еще есть. Еще до Нового года. Так, смотрим видосы. Декабрь, декабрь. Ну, все есть в принципе. Красавчик. Тоже попадает. Следующее изменение на АФ. Чик. Игорь Мултон. Блин, удобно, кстати, здесь нравится мне этот рандомайзер. Списка есть, отлично. ID. Надеюсь, ребята мне сегодня подписываются. Так, надо этого парня удалить, а то я вечно на его страничку залажу. Думаю, это какой-то маньяк. Страничка не найдена. Так, я ID-шку не поставил. Справим. ID. Так, даже сегодняшние видосы есть. Красавчик. Так, ну, я даже не буду дальше листать. Все есть. Следующий. Пока идет все гладко. Все идет хорошо. Так, а ну-ка, для сравнения, 35 комментариев. А, это у нас оно подгружает из-за того, что этот VPN-ка все. Салим. Пока Салим Шаков. Ну, я не знаю, сейчас попробую тебя найти. Конечно, весело, что ты кидаешь. Я просил, кидайте ID-шку. Так, я есть. На стенке пока ни одной записи. Сори, бро. Или отдать, или не отдать. Реально записи нету нифига. Поехали следующего выбирать. Генерировать. Генерировать. Шпрот. Ну здравствуй, шпрот. Лайфхак от тебя сработал. Ну короче, я даже шпрота смотреть не буду, пацаны, потому что это просто шпрот. Те, кто знает, кто такой шпрот, влепили по лайку. Шпроты любят все. Так, блин, шпрот, сейчас попробую тебя найти.
Правда, что ж проту надо для жизни? Только хорошая баночка. Шпрот. Шпроты, репосты. Спалили, спалили. У него репосты все на Фейсбуку. Кто хочет, заходите в Фейсбук, проверяйте. Ну, я в шпротике уверен, даже проверять не буду. Так, все, и последний видос. Все отлично. Никто больше ничего не написал. Ребят, все зависит от вас. Это еженеделька, ее никто не отменял. Так, давайте пересоздам. Генерировать. Play News. Смотрим. Плейлисты. Sorry, bro. Следующий. Следующий. Скрытый пул. Он недавно был, но это еженеделька, поэтому поздравляю. Ну, тут я, в принципе, думаю, что то же самое. Тут все есть, он еженедельку вытаскивал. Подписка есть. Сейчас единственную айдишку его посмотрю. Ну, чтобы вы были уверены. Ух, блин, ребят, крашнулось. Я думал, что видос весь не записала. Хорошо, хоть остались, и мы как раз на этом и закончили. Ну что, поздравляю победителей, красавчики. Ребята, ждите новые условия еженеделек. Пятюник отдал, шпрот попался, шпротище. Это радует и поздравляю других ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Я побежал отдыхать. Всем удачи, всем пока.